Привет, чувачки, с вами Алскел. И я нашел игру Doors 2, продолжение оригинальных дверей. Она называется Doors Floor 2, второй этаж. Помните, в самом конце вот там что-то мы залазили в лифт, такие убегаем. Вот сейчас мы вылезем с лифта, и у нас будет продолжение. Дверь 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Вы поняли. В общем, погнали. Тут все по-другому. Тут новый мод, тут все другое. Заново будем учиться играть, заново ходить, ползать. Вот сейчас вы видите, мы едем в лифте. Вот тот самый лифт, на котором мы и закончили. Вот оно продолжение. Тут есть какая-то повязка. Давайте на всякий случай возьмем. Сходу какие-то стрёмные звуки. Надо прятаться или нет? Тут написано вот спрятаться, спрятать пятно. Я не пятно. Мы прячемся в каких-то ящиках. Вот раньше мне больше шкафы нравились. Почему мы в ящиках теперь прячемся? Какой-то Майнкрафт странный. Так, ну и дверь 101. Помните, 101 дверь, прикиньте, вот до этого были все деревянные двери такие. Мы же были в отеле. А сейчас мы в каком-то подвале, я не знаю, мы, по идее, это не второй этаж. Как может быть подвал вторым этажом, да? По идее, мы попали в подвал, а не на второй этаж. Ну, типа, может, второй этаж снизу, не знаю. Так, давайте, 101-я дверь. Боже, еще и открывается очень странно. Тут можно спрятаться, тут разные факелы. Мы реально в подвале каком-то, в шахту попали. Можно взять факел. Это, по идее, будет место фонарика, да? Да, так, хорошо. Ну, надеюсь, он бесконечный, да? Дверь 100. Что? Дверь 101. Как-то тут очень странно все. Ну, ладно, получается, мы с нуля сейчас начинаем, поэтому вот, дверь 101. Тут вроде бы ничего нет, погнали дальше. Что-то темно. На всякий случай спрячемся, да? Или не надо прятаться? Что-то как-то стрёмно. И вообще не похоже на двери. Чуть-чуть остался смысл, но это вообще что-то другое. Дно хватай. Что за дно? Мне ветку дали. Ладно. Дверь 102. Пока никаких монстров не было. Так, я накаркал, да? Почему все позеленело, посинело? Что произошло? Реально что-то летит. Это был, знаете, вот этот черный чувак, только вот здесь синий. Прикольно, слушайте, тут подсветка специально под чувака есть. То есть будет понятно, что он идет к нам. Круто, и он какой-то чуть-чуть другой, но тоже прикольный. Дверь 103. Была же вроде бы 103-я, какого черта? Это нехорошо, тут можно наступать на стекло, я так понимаю, да? Мы же никого не призвали. Надеюсь, нет. Дверь 104. Опять. Надо прятаться, 100% спрятаться. Сейчас опять полетит синий. Синий огней, это значит полетит сейчас синий, да? Где-то? Хочу тебя запечатлеть. Капец, он какой-то странный. Ну, вроде бы улетел, да, все. Тут у нас можно витамины собрать. О, витамины у нас были в прошлой игре. Что? Что это сейчас было? Что за постава? Какой-то монстр был. Я его не видел, я его только слышал. Что за херня? Так, хорошо, подбирать все подряд не будем. 105-я дверь. Всего 105-й уже два раза монстр был. Капец, на 105-й двери в оригинальном Doors, точнее, первой части, вообще ничего подобного не было. Опять мы палку собираем. А зачем нам палки? Типа, можно будет поджигать и делать... Ну-ка, подождите, реально? Нет, нельзя сделать факел. 106-я дверь. Вау, вот это мне нравится. Смотрите, как здесь круто. Это выглядит как какие-то катакомбы, знаете, типа, мы прям в подвале на выживание. Очень круто. Так, 107-я дверь. Локации пока что мне нравятся. Приличненько. Так, идем дальше. Тут вроде бы ничего. Страшно! Не надо, вот зачем добавили это стекло? Реально стрёмно. О, еще один факел. Два факела не, ну как бы, не помешает. 108-я дверь. Мне интересно, здесь тоже, по идее, будет 100 дверей. Прикиньте, вот так вот дальше. Очень удобно, знаете, выпускать. Этаж первый, этаж второй, этаж третий, этаж четвертый. И просто мы будем бесконечно проходить это все. Это одна из самых сложных игр, которые я играл. Так, тут у нас что-то странное. Паркур какой? Паркур, серьезно, паркур. Они добавили паркур. Прикиньте, монстр за вами бежит, а вот такие. Подожди, секундочку, подожди. Еще секунду. Подожди. Да подожди, да. Прыжок. Прыжок. Вот. Все. Прошли. Так, огни вроде бы не синие, но звук был стрёмный. Тут у нас что-то опять палку дали. Ну, спасибо. Тут у нас еще что-то. Правильно. Какого черта оно вылетает? Это что-то неправильно. Там халява какая-то. Я не могу ее собрать. Придет. 110-я дверь. Давай, дальше. Вперед, дорогуша. Синяя дверь. Зеленая. Как спрятаться? И спрятался. Зеленый сейчас монстр будет, да, какой-то? Зеленый был у нас. Где? Синий летит опять. Синий пролетел. Молодец. 111-я дверь. Блин, а у нас жизни мало. Я сейчас только заметил. А что, стекло прям жизнь не теряет? Что? Или это из-за того, что я там халяву собираю, меня кусают? Мне реально совсем капелька жизни. Как с этим жить? Тут у нас какие-то ящики. Будто какие-то кнопки. Ё-моё. Двигать еще можно. Как-то странно немножко. 112-я дверь. Давай, вперед. Тут вроде бы ничего. Опять какая-то обычная шахта. Возродить хватай. Если я сейчас возьму, я умру, да? Я не хочу умирать. Я не знаю, брать или не брать. Опять какая-то халява. Ну, вроде бы не убило, слушайте, уже хорошо, только я не знаю, что с этим делать, как бы. Так, пока у нас никаких монстров, помимо
Опять тут факел какой-то. Собирать, не собирать. У нас два факела уже, я не буду, наверное, собирать. Это прибьет 100%. У нас уже 114-я дверь. Пока что был только два монстра, получается. Один, который вот этот розовый, который на меня выпрыгивает и два раза мне жизни снял. И синий, который пролетает, как черный предыдущий. О, витамины. А витаминами лечится или тут тоже скорость? Чё-то не лечит. Витамины какие-то странные. Всратые витамины. 115-я дверь. Тут у нас ничего. Тут можно костер. Почему не поджигать? Блин, если бы это был сейф, это было бы очень круто. Я мог бы просто сохраниться здесь и все. Тут какие-то водопады, костры. Вау! Может, здесь можно поджигать палку? Нет, зачем мне эта палка, боже? Тут какие-то бочки. А поджечь их тоже нельзя, жаль. Было бы очень круто. Очень красивая локация, погнали дальше. 116-я дверь. Опа, 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 опа. Спрятаться надо, 100% спрятаться. Я спрятался, да? Это же считается, что я спрятался? Или просто свет потушили? Я не понимаю. Вроде бы все нормально. Что это такое летает? Как-то немножко стрёмно. Так, идем вперед. Опять мне предлагает бросок взять. Не будем брать. 117-я дверь. Фух, давайте. Я сразу запрятался прям вовремя, прикиньте. Я просто два раза Е нажал. Фух, сейчас пролетит. Давай. Синий какой-то. Он не сильно здесь страшный, но я бы не хотел ему попасться. Было бы тупо, тут как-то от него очень легко прятаться. Бесит меня это стекло. Хорошо, что не оно, значит, убивает. Значит, просто не нужно хватать всякую дичь. Так, опять тут у нас немножко темно. 119-я дверь. Так, надо прятаться, да? Угу. Все, прячемся. Опять синий. Капец, как много он раз вылетает. Летел. Так, ребята, это пауза на то, чтобы подписаться и поставить лайк, если вы еще не поставили лайк. Так, давайте 5 секунд даю вам на это. Раз, два. Мы идем к 5 миллионам. Каждая подписка очень важна. 3, 4 и 5. И лайк, если вы поставили лайк. Просто... Спасибо вам большое. Так, у нас тут опять дебильная локация паркура. Подожди, подожди, подожди. Оп. Подожди, подожди, подожди. Что за башня ада? Тут у нас опять сердечко. Я не знаю, зачем оно... Ты, падла, меня ук... Что за подстава? Что за нафиг? Вы умерли для того, кто известен как жадность. Жадность? Вы думаете, я жадный? Когда вы берете предмет, подумайте более тщательно. Типа, у меня этот предмет уже есть. Зачем ты берешь еще? Потому что ты что, жадный? Да, я жадный. Ну блин, а вдруг она понадобится? Боже, сдох. Возродиться за 150. Ладно. Ой, паркур не надо проходить. Спасибо большое. Блин, я все потерял. Он там внизу лежит. Не... И тут сердечко нет. Как без факела теперь жить? 121-я дверь. Дайте, пожалуйста, факел. Очень надо. Там вот что-то вроде есть. Ну-ка, витамины. Но они так себе, они вообще не нужны. 122-я дверь. Let's go, let's go. Тут вроде бы ничего. Повязка есть. О, повязка это хорошо, хотя бы вылечиться потом можно будет. 123-я дверь. Я же не так много прошу. О, тут сверху что-то есть. Витамины. А витамины у меня уже есть, я не хочу. Жадность, я запомнил. Опять у нас паркур. Так, тут у нас какой-то брусок, я не знаю, мне кажется, он нам не нужен. Нам нужен только факел. А вот ты, дорогуша, дорогуша. Чего? Что за паркур был? Факел собрали. 126-я дверь. Капец, мы на самом деле далеко прошли. Считайте, даже ни разу не умерли, да? Так, опять синий летит. Капец, синих очень много добавили. Опять давай, мимо. 127-я дверь. Так, потемнело. Вот не люблю вот эти звуки, блин. Я в Дорс всегда не понимал, зачем оно все такое. Нагонять жути. 128-я дверь. Что-то мигает свет. Может, это тоже предупреждение? Вот что-то будет, да? Нет. Ну ладно. 129-я. Потемнело. Факел второй не будем собирать. Он вроде бы бесконечный. У нас факел нам достаточно. 130-й. 131-й. Как-то очень быстро двери начались идти. Так, надо прятаться. Надо прятаться. Надо прятаться. Опять синий. Только синий у нас до сих пор попадается. Так, полетел. Молодец. Совсем скоро же должен быть чел, от которого нужно прям бежать, да? Будет сейчас стрёмно. 133-я дверь. Опять прятаться, да? Как-то странно, мы прячемся. Раньше хотя бы шкаф был, было понятно, типа, ну, никак он нас не сможет схватить. А сейчас что это такое? Летит куда-то. Сердечко. Я не знаю, зачем оно... Я не жадный! Но у меня всего нет ни разу, блин. Приходится пластырь свой тратить, твою мать. 134-я дверь. Выглядит чуть-чуть стрёмно. Какого черта меня убил? А сейчас опять вот, если я возьму, меня просто прибьет. Иди в сраку. 135-я дверь. Комнаты что-то очень начали часто повторяться. Как-то аж страшно чуть-чуть. 136-я. Опять тут надо схватить. Да-да-да, нет. 137-я комната. Паркур. Я так ненавижу вот голимые паркуры. Когда просто сделано абы шо. Шо это вообще такое? Так, надо прятаться. Так. Так, полетел. Как-то он пролетел странно. 139-я комната. Ну, должен же быть чел, от которого бежать. Почему здесь знаки вопроса? 139-я это 140-я дверь, да? Ни капли, не страшно. Открывайся. Это нехорошо. Почему оно просто упало? Синие огни. Так, к этому меня жизнь не готовила. Куда прятаться, если что? Что за культный коридор такой? Че заниматься, че за... Это сейчас бежать от чела, да? Куда? Куда бежать?
Твою мать! Тут что, прыгать надо? Ты что, прикалываешься? Удар! Твою мать! А что так страшно? Нет, не страшно, Антон. Ты себе куда представлял? Твою мать, я чувствую, он у меня прям по пяткам сейчас бежит, потому что я тупанул вначале, надо было не прыгать. Твою мать, даже посмотреть на него не могу, он же стрёмный. Ты сейчас 100% умру, потому что я не туда повернул. Сюда, синим хотя бы подсвечивайся, молодец. Так, коридор, финальный, надеюсь, финальный коридор. Нет, это не финал. Куда бежать, оно уже не подсвечивается. Я хотя бы правильно бегу. Музыка закончилась. Но нифига же, я еще до сих пор бегу. Белый дверь, да. Я выиграл? Что? Что это? Так, ну я прошел этого чувака, уже хорошо. Подождите, что за звездочка? Советский Союз? Не надо. 142-я дверь. Что? А, мы всего лишь пробежали одну дверь? Это была одна дверь, там хотя бы было 12-15 мы пропускали. Какого черта? 142-я дверь. Трындец. Только 143-я дверь. Просто Так, 144-я дверь, хорошо. Тут вроде ничего сложного. Зеленым подсвечивается. Вот если зеленым подсвечивается, то это хорошо или нет? Пробовать не будем. 145-я дверь. Моя любимая комната. Очень красивая, очень мне нравится. Дайте мне пластырь, пожалуйста. О, повязка. Я реально, я просто на рандоме сказал, там реально повязка. Так, спасибо большое, вылечимся. 146-я дверь. 147-я дверь. Капец, как-то все так подряд. 148-я дверь. Просто ничего не происходит. То ли нас к чему-то готовят, то ли просто так игра устроена. Так, 149-я дверь. Подождите, следующий должен быть босик на 50. Сейчас будет босс, да? Чего-то совсем другое. Чё все в темноте так? Что значит розовое? Что значит розовый огонь? 3. Что значит? Ты умер, чтобы посмотреть. Что? Как только вы услышите луч, перестаньте двигаться. А предупредить можно было раньше. Как только вы не услышите луч, вы можете двигаться снова. Спасибо большое. А можно? Можно восстановиться, да? У тебя нет возрождения. Конечно же, я же один раз уже умер. Шо? Классно, ребята. Та вы шо? А правила можно как-то объяснить, чтобы я не умирал? Я ненавижу из-за этого Дорс. Я сейчас еле-еле как дошел туда. Ладно, сейчас пройдем еще раз. No problem. Едем в лифте. Давай. Газуй. Ну что, я сейчас по-быстрому попытаюсь пройти до этого уровня. Давайте, ребята. Уже обученные. Самое главное просто факел собрать и бежать вперед. Вот, кстати, факел сразу же на первой же двери. Ну, то есть, 100-я дверь. Короче, не будем останавливаться. Мы все знаем. Просто пройдем все двери. Как вы думаете, жадничать или не жадничать? Жадничать или не жадничать? Можно было не жадничать. Что это за херня такая? Это крипово. Надеюсь, дальше ничего подобного не будет. Я пересрался сильнее, чем от какого-либо монстра. Так, неожиданные монстры здесь все-таки еще будут. А вот тут уже нужно будет от монстра бежать. Я хочу посмотреть, как он вообще выглядит. Его не видно вообще. А на него можно как-то посмотреть? Никак на него не посмотреть. Просто какие-то звуки и все. Он за нами вообще бежит или нет? Давайте на самом конце. Самом. Боже, как страшно. Давайте на самом конце. Посмотрим на него, как он выглядит. Чтобы просто вот в пустошь мы когда улетим уже. То есть мы на телепорт тот. То мы будем знать, как он выглядит хотя бы. Потому что сейчас непонятно, от кого мы бежим даже. Надеюсь, он нас не съест. Так, вроде сюда. Потом сюда. Боже, уже не подсвечивается. Ну хотя бы посветили. И это даже это считается одной дверью. Во, свет. Его будет видно? Алло, ты где? Как будто он за нами не бежал. Почему нам не показывают этого монстра? Ой, сейчас. Извините, сори за скример. Комната Советский Союз. Сейчас мы дойдем до 150-й и будем играть в Green Light, Red Light. 150-я дверь. Ребята. Так, тут надо же не шевелиться, да? Потом, когда будет свет включаться, то можно будет идти. Оп. Давайте остановимся здесь. Слушайте, неплохо. За нами же монстр никакой не будет идти. Так, нормально. Вроде ничего сложного. Я понял, в чем сложность. Тут все красное, да? Я музыку нифига не слышу. Ребята, дебильная музыка. Понимаю, это что это такое? Я рыжий Малфа. Мы типа прошли комнату. Это какой-то монстр здесь. Крафт, тут что-то можно скрафтить. Палки нужно было собирать. Тут можно что-то скрафтить. Но у нас нечего просто, чтобы скрафтить. Монстр какой-то, капец. А куда нам надо? Наверное, вот в ту сторону. Там какая-то вот такая вот арка, да? Я не знаю, через него можно пройти. Можно. Тут еще огромная комната. Сюда куда-то паркурить, да? Как будто нам нужно сюда. Слушайте, сказано вообще там, типа, по музыке ориентироваться. Музыка непрерывно играет. Классно, спасибо большое. Игра, супер. Нам сюда 100% надо, вот я уверен. И мы все время будем играть вот это вот... Красный, зеленый ушел. Что делать? Алло, дайте хотя бы подсказку. Треугольник какой-то. Надо какие-то вещи здесь собирать. Вы чё? Мне на это сейчас час уйдет. Я тут поумираю тысячу раз. Вы чё? Не бей. Я чуть-чуть шевельнулся совсем. Что с этим спайком делать?
Что сделал? Стрела? Я понял, сейчас поднимемся наверх. Капец, у меня елда в руках, ух ты. Бежим наверх, сейчас будем этой елдой пользоваться. 100% нам нужно сейчас будет вот этой вот штучкой уколоть просто щупальцу и откроется все, да? Нет. Что делать? Напишите, пожалуйста, хоть где-нибудь. Может, его нужно уколоть просто? Это ж его щупальца там типа так далеко ушла. Во, я беру, зажимаю и чё? Требуется копье. Я же сделал копье. Все правильно? Типа теперь я могу туда пойти или нет? Нет! Или подождите, рука немножко ушла. Или кажется так. Во! Еще нашел спайк. И нужно, получается, еще где-то найти сейчас палку. И мы скрафтим еще одно копье. Вот. Самое главное сейчас не сдохнуть. Есть копье. Идем сюда. Требуется нож. Зажимаем. Мы убьем сейчас монстра. Опять я израсходовал. Что делается? Я не понимаю. Давайте попробуем сделать сейчас третий наконечник. Может, нужно всего лишь 3. То есть 4 не надо, и я... Зря сейчас буду искать все. Надо, 100% надо. А где он может быть? Я вообще не знаю. Открыто, ребята. Я прошел, что? Я думал уже все, нужно искать четвертый наконечник, который я не знаю даже где. Так, опять комната Советский Союз, ура. Так, тут вроде бы все по-старому. 152-я дверь, капец. Я просто не верю, витамины возьмем. Они нам надо, 153-я дверь, 154-я. Я надеюсь, тут все будет так же. Надо спрятаться. Сейчас попробуем пройти все 200 дверей с первого раза. Это вообще будет круто. Ребята, пока что все то же самое, 161-я дверь. Вообще ничего не меняется, монстров никаких нет. Просто идем вперед, как на легкой прогулке. Надеюсь, так и дальше будет. Куда мне спрятаться? Спрятался в самом конце, капец. 163-я дверь. Слишком темно как-то. До этого так темно не было. 164-я дверь. Ничего не меняется, хорошо. Блин, конечно, обленились. Комнаты вообще не меняются. 165-я. 170-я дверь. Пока что ничего такого. Падла. Ты такая падла, просто это очень стрёмно, у меня прям мурашки побежали по телу. Это самый пугающий скример, который вообще был в Дорс. Трындец, что это вообще такое? Опять неизвестная дверь. У нас какая здесь была? Вроде бы это 180-я дверь. Падай, дверь, алло. Опа-на. Тут уже что-то другое, слушайте. Показывают просто стрелочки вперед. Наверное, по стрелочкам нужно будет бежать. Так, за нами какой-то... А, это тот самый монстр сейчас будет бежать за нами, получается. Стрёмно. Нам нужно бежать по стрелочкам. Это какая-то игра, знаете, как на телефонах нужно было просто вот так по стенкам бежать по стрелкам. Так. Что делать? Что в такой ситуации делать? Так, тут... Да. Что-то вообще нестандартное, не похоже. Что нужно делать? Пресс нужно было нажать. Пресс. Дебильный переводчик Роблокса. Какой нафиг пресс? Так. Телепортнулись? Мы прошли. Нет, паркур какой-то! Что это вообще? Это что? Это Дорс! Точно это Дорс! Он за нами бежит? Вроде нет. Че я переживаю тогда? Его нет! Лава поднимается! Лава поднимается! Какого черта лава поднимается? Не вовремя вообще! Я другого ожидал! Туда, сюда. Все. Нет! Какая нафиг лава? Беги вперед! Дебил! Ты упал в лаву! Ой-ой-ой! Ты знаешь, что я даже не собираюсь лгать, как ты умираешь от лавового бруха? Что? Держись подальше от лавы в следующий раз. Конечно! Я думал, за нами бегут. Какая нахрен лава? Предупредили бы хотя бы. Возродиться можно? У тебя нет возрождения. В общем, ребята, на этом все. Я манал. Проиграть на 180-й двери. Шо? Подписывайтесь обязательно, если вы хотите, еще пишите в комментариях, может мы реально пройдем, может на стриме пройдем, вот это будет круто. Пишите в комментариях, хотите ли вы стрим по этой игре. С вами был Мелоскал, всем удачи, всем пока. Пока. Смотрите другие видео, кстати, да, пока.